Наглядная иллюстрация пословицы «не проехать, не пройти». Маленький пятачок земли с двумя ямами доставляет неудобства всем, кто каждый день пользуется данной дорогой. Это поворот с улицы Московской во двор дома 62 и подъезд еще к нескольким близлежащим многоэтажкам. Я уж тут 3 года смотрю, наблюдаю, и вот постоянно вот это, постоянно машины бьют себе это самое дно, и потом выходят и смотрят, что у них там такое. Ямы большие, вот 2 ямы. Это надо убирать, и чем быстрее, тем лучше. Иначе они будут больше, и вообще дурдом. Я хожу в магазин очень часто здесь, и поэтому проблем здесь еще пока дождя нет. Она такая небольшая, но когда будет дождь, вот это все будет заполнено водой. О подводных камнях этих луж абсолютно все знают автомобилисты. Ради справедливости надо сказать, что данная дорога не единственная. Убитая, но почему-то очень востребованная. Но мы каждый день тут ездим, да, тут на работу проезжаю, вот, и каждый день я тут и защиты, и всем, и пороги уже мятые, ну, машину жалко, а больше никак не объехать, там постоянно пробка, а подъезжаю в этот двор, тут только один заезд. 2 эти ямы на муниципальной земле, но в мэрии пояснили, что данный участок не может быть приспособлен для дороги. Более того, со всех сторон он окружен частными землями. Ремонтировать за счет бюджета положены лишь отрезки, которые ведут от территории общего пользования к территории общего пользования. Вариантов развития событий немного. Либо самим жителям скидываться на гравий, либо попробовать все-таки достучаться до главы города и узнать его мнение на этот счет. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.